Уважаемые единомышленники, нам сегодня с вами предстоит провести испытание меча в японском стиле в Акидзасе. Этот меч сделан по заказу нашего единомышленника, который любит холодное оружие, любит его тестировать. Меч находится на стадии окончательной доработки. Значит, будут еще проработаны цуба, прокладки сэпэ, и клинок находится на стадии его полировки. И вот на этой стадии мы с вами проведем испытание. Значит, перед тем, как перейти к испытаниям, сразу я хочу попрощаться со специалистами по японскому оружию, с любителями хамона. Ваше мнение абсолютно мне не интересно. Итак, переходим к испытаниям. Короткий меч в японском стиле предполагал два действия. Это укол этим мечом, протыкание концом клинка. Для этого конец сделан в форме стрелы. Попрошу оператора показать этот конец. И также таким мечом проводились рубящие действия. Такие мечи были эффективны в узком пространстве, когда длинный клинок был совершенно бесполезен. Итак, пробуем. Абсолютно легкое движение, протыкает насквозь. Теперь переходим к рубке. Значит, прежде чем перейти к рубке, мы убедимся в остроте этого клинка. Попрошу оператора показать более подробно. То есть клинок заточен, мы видим. Переходим к рубке. Значит, у нас вариант клинка, который сделан с более длинной рукояткой, предполагает нанесение действия этим клинком двумя ударами, двумя руками. Ну что ж, начинаем тестировать. Одно легкое движение, и материал, тестируемый материал, разрублен. Теперь мы вытираем этот клинок и смотрим, насколько этот клинок затупился. Клинок не получил каких-либо повреждений. Мы убедились, что выбранное нами сечение, исходя из закалки клинка, правильное. И теперь этот клинок подлежит последующей доработке, последующей ее полировке. И отправиться к своему законному хозяину.